Народные гуляния и праздник на весь район. Так в Первомайском отмечают открытие 3D-кинозала. Последний раз фильмы здесь смотрели несколько десятилетий назад. В детстве мы помним, что у нас был кинотеатр, и ходили туда и с родителями, и с друзьями. Но вот по прошествию какого-то времени, к сожалению, мы не имели такой возможности. А сегодня наш кинотеатр вновь открывает двери. И я думаю, первомайцы будут очень довольны вот этой новой культурной услугой, которую мы им предоставляем. Первый кинопоказ в 21 веке. В зале сотня детей и их родителей. С нетерпением рассаживается, выключается свет, и вот она, магия. Сейчас российского мультфильма «Финик», а в мечтах детей увидеть здесь на большом экране любимые фильмы. «Сказочный патруль». «Гарри Поттер». Раньше людям было кому-то тяжело добираться, да, если это старшее поколение, до Барнаула, может быть, на Алтайска. Если это молодые люди, то всегда нужно попросить родителей отвезти. Сейчас это культурная жизнь, это повышение культурной грамотности молодого поколения. Это развлечение, да, не просто, а именно полезный досуг. В 21 году в Доме культуры Первомайского района провели капитальный ремонт. В зрительный зал купили театральные кресла. И в этом году в рамках нацпроекта «Культура» здесь оборудовали современный кинотеатр на 300 мест. Надо сказать, что фонд кино выбирает те залы, где открыть, модернизировать по 3D-кинозалы на конкурсной основе. И не все заявки выигрывают и попадают, получают федеральные деньги. Ну вот, например, первомайская заявка, она с первого раза прошла, и вот сегодня мы видим такой результат. Ну, поскольку мы с вами в цепочке мероприятий находимся, сделал одно, надо сделать другое, то теперь, коль у вас еще и кино есть, я теперь от вас не отстану, придется пушкинскую карту заводить. Современный кинозал открыли и в Панкрушихе, на базе районного дома культуры. Там кинотеатра не было 30 лет. Всего на оснащение сельских кинозалов из федерального бюджета Алтайскому краю было выделено 18 миллионов рублей. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком.